23 сентября 2013 года, Мьянма. Рустам Миниханов посещает пагоду Шведагон, одну из самых известных буддийских пагод мира, главную достопримечательность страны. Существует поверье, что первое здание пагоды было возведено еще при жизни Будды в VI веке до нашей эры. Это придает ей особое значение в глазах верующих. Комплекс, расположенный более чем на 5 гектарах земли, включает в себя главную пагоду, множество более скромных шпилей, скульптурные изображения животных, золотых грифонов, полульвов, полугрифов, сфинксов, драконов, львов, слонов. Верхушка пагоды украшена инкрустированным драгоценными камнями флюгером, который увенчан золотым шаром, украшенным 4351 бриллиантом. Вес одного из них, он расположен на самом верху, 76 карат. Общая масса золота, использованного для оформления комплекса, составляет 7,5 тонн. Для Рустама Миниханова и членов татарстанской делегации была проведена экскурсия по комплексу, в ходе которой президент республики оставил запись в книге почетных гостей. Президенту предложили позвонить в огромный 42-тонный колокол, расположенный в комплексе. Рустам Миниханов, согласно традиции, трижды ударил по колоколу.